Всем привет! Сегодня у нас 4 марта, и у нас сегодня какое задание? Задание по счету какое? Шестое. Шестое задание, его будет выполнять Алиса. Алиса, всем привет! Да, всем привет! И что ты будешь выполнять? Алиса будет выполнять поперечный шпагат 18 секунд. Алиса, ты готова? Все, давай, разъезжайся. И мы все вместе посчитаем. Выравнивай корпус. Давай. Ставь руки. Считаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Корпус держи. Носки тяни. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Терпи. 15. Выпрямись. 16, 17, 18. Отлично. Все, молодец. Так, ну что, ты рада? Алиса только что сделала шестое задание, да? И следующее задание будет седьмое. Задание будет у Маши. Маша, да, тоже будет поперечный шпагат на 18 секунд. До встречи в следующем видео. Всем хорошего настроения и пока-пока. Подписывайтесь на канал. Да, Миша говорит, подписывайтесь на канал. Лера, вышь ногу. В общем, всем пока.